В общем, ребята, всех приветствую. Сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. Я купил себе машину, ребят, да, накрутил немножко денег, опыта. Играю, как видите, не один. Сейчас мы, короче, договорились с человеком купить себе по джипу и попытаться, короче, забираться в горы. Вот. Поэтому сейчас мы едем ко мне домой. За джипом, соответственно. Будем с ним в горы, короче, карабкаться. По горам, короче, будем против мусоров. Да, ребят, у меня такой шарончик есть красивый, да? Он такой классный. Так, чё? Сори, не буду значить, что делать. Просто, ну, сам знаешь, первый раз играю. Понимаю. Так, а чё он сказал? Так, ща. Вызови. Ща, короче, вызовешь тачку у дома. Сейчас подъедем. Ну, чтобы он вызвал, короче, машину. Бля, ребят, мне надо ехать туда, пиздец. Он же вот он, да, я так понимаю. Тихо, тихо, тихо. Надо в телефоне звонить. Да, механику. Все он знает, ребят. Ну 32 ляма, блядь. Он только начал играть. Накрутил, конечно. А, все, да, вот он дом, ребят. Заедем. Подумаем. Я джип, короче, купил, надо его заклинить, будет полностью. Садись. Так, надо, чтобы он вызвал сейчас. Постоянно вот эти долгие загрузки, ребят, на самом деле прям бесят. Вызывай. Вызывай. Потом, если, если что, поедем в Лос-Сантос Каса Томс. Чё, где его машина? Он купил вообще её, нет? Все операторы заняты. Механику. Какую надо. Да-да-да. Ну чё? Ну блин. Все. Жди чуть. Вон он. Ару. Поехали тюнить. Нам же надо... Ой-ой-ой-ой. Извиняюсь. Дорогие друзья. Вон тюнинг у нас, да, вон тюнинг, ребят. Не знаю, просто почему-то я люблю по горам ездить. Прям очень сильно так... Ёб твою мать. Так, ну чё?
Ремонт. Антенна, чё? Пускай будет антенна на капоте. Ой. Броня, естественно. Тормоза, естественно. Ну, типа, ребят. Не, вот это мне больше нравится. Взрывчатка, блядь. Хорошо, давай такие. Передний бампер. Типа, знаете, такая, ребят, чисто охотничья машина. Кенгурятник еще кому-нибудь воткнуть. Ну, блин, ребят, это прям... Не. Такой кенгурятник. Хотя, в принципе, эта машина будет норм сносить. Мне вот этот понравился. Не, ребят, так как это чисто охотничья машина, пускай лучше будет, да. Капот, дефлекторы. Нет, дефлектор должен быть, ребят, черным. В любом случае. Так, мне этот больше понравился. Так. Клаксон, это все хуйня. Пары, давайте неоновые наборы. Не, хотя не надо. Раскраска. Так, а что тут у нас есть? Так, а это что у нас? Пускай он будет, типа... Камуфляж вообще прям четкий. А это есть у нас зеркала? Ну, естественно. Брызговики. Естественно. Номера. Похуй. Основной цвет. Матовый, ребят. Хотя не, лучше металлик. Вот такой, я думаю. Дополнительный цвет. Металлик. Тоже, ребят, наверное, такой же поставим. Ну, типа, блин, он прикольный. Вот на самом деле. Ну, что, салон нельзя менять? Ребят, ну, каркас, естественно. Аксессуары. Вот такой. Нет, продать нам не надо ничего. Подвеска нет, ребят. А, турбонаддув. Это что, у нас внедорожник, да, ведь? Колеса, вездеход, может быть. Да, пускай вот такие будут. Шины. Так, как бы, ребята, я все. Серьезно, не мог заехать? Блять. В другой. Потому что ты его протаранил. Либо отъедь подальше и заново заедь. Да блядь, да чё вы мне будете звонить каждый, что я чё вам шлюха какая-то, блядь, вы мне названиваете, ребят. Не гони. Короче, поехали. Бери тачку. И поехали в другой тюнинг. Нам в любом случае, ребят, придется ехать еще раз, потому что машина сломана теперь. Наверное. Чё ты на своей леди догнать меня не можешь?
В общем-то, все с тобой понятно, бро. Нам сейчас надо повернуть, короче, ребят, будет. Ой. Извиняюсь, страховочка у тебя есть, оплатишь. Ничего с тобой страшного не случится. Что за долбоёб? Просто интересно, нахуй он это делает. Бля, у меня какая-то Нива, ребят. Если он меня еще протаранит, пацаны, я его ебану. Вот серьезно, я его ебану. Уя, дрифт. Да ты не тормози, я тебя просто жду. Это не тот чел, пацаны, в которого я стрелял. Это, мне кажется, не тот. Хотя тут тоже был красненький, на самом деле. Бля, ебать долго ехать, пацаны. Ну, кстати, джип-то ничего такой, ребят, догоняет меня. Бля, он же не протюнингованный. Ну нехуй мне, блядь, тут на дороге стоять. Этот мешается, только ездит, ёбаный в рот. Я не знаю, зачем он это делает. Ну, в принципе, пофигу, я ему сказал, я его завалю. Ну, дурачок он или чё? Нахуя он это делает? Он сейчас, пацаны, специально меня подрезал, ну. Урод, блядь. Ну, пизда тебе, блядь. Да, не звони мне. Я чё, тебе шлюха, что ли, чтобы мне звонить? Каждые 5 минут. Пиздец. Тут надо притормозить. Бедная леди. Бля, что-то какой-то медленный грузовик у меня. Или, может, мне кажется, или он низко опущен. Ну, не в смысле того, что он дно ебаное. А в том плане, что, в смысле, посадка низкая. Ой, блядь. Да не звони ты, блядь! Да ебать. У тебя какой левел?
А, голова. Тебе надо. Может, ему перезайти тебе, блять, ну типа. На обычных машинах погоняем. В общем, ребята, так понимаю, не получится у нас. Не можешь говорить, ты можешь, не можешь зайти за другого пацана. И давай жду. Ой, блядь. Ремонт. А он что без машины? А, ну я понял. Так, механик. I'm on the clock. What you want? Some wheels? А что мне надо? Тракс. Так, кому-то надо позвонить сейчас этому, надо вам этому, блядь, как он там. Лейстеру. What do you need exactly? Понизить уровень. No problem. I'll get him off your back. Да, чел, Скай, это на самом деле тема. Так. Ты русский? Он что-то накатается, все и катается, блядь. Ты русский? Не, походу он не русский, ребят. Уёбываешься? Ну тогда догони меня. Он поедет за мной, нет? Поехал. Зря ты чел-то затеял. Очень зря. А чё, всё, нету что ли его? Отстал? Отстал, походу, либо не поехал вообще. Или поехал, нет, он даже не ехал за мной. Йоу. Просто обманул. Да. А, лучше мы, блядь. Скучно одному, на самом деле, играть. Очень скучно. Ну, вот что он мне сказал, подожди, я жду еще. Ох ты, ебать. Извиняюсь, мадемуазель. Я не хотел. В общем, надо погонять против копов, пацаны. Я считаю, надо.
Кого можно тут ебануть? А тут, по-моему, никого и нету, да? Поближе, сука, подъехать надо. Ну, быстрей! Не звоните мне, девушка. Пускай девушка бежит. Ну давайте, мусора. Я вас жду. Они едут и оттуда, и оттуда. Кто ж приедет первый? Тому дам конфетку. Ну а теперь можно и валить, пацаны. Там же. Я там же. А мне похуй на твои шипы. Просто нас. Ой-ой-ой. Ах ты, сука, стоит тут, блядь, стреляет, на. Куда ты стреляешь? Да-да. Да-да. А я пока тут с ментами. А. Так, сейчас напишу тебе. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ой, извини, бро. Я думаю, ничем. Бля. Ой, извиняюсь. Стекла уже нет, да, я понял. Так, ладно, звоним. Контакты. Механик. Ой, какой нахрен механик? Контакты. Лестер мне нужен. Лестер. Hello. What can I do for you? Can't handle the heat. До свидания, ребят. Okay. В общем, ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайкос. А в следующем видео вы увидите, что мы будем делать с новым нашим другом Денисом. Всем пока-пока.